Нет, без музыки тут грустно. Черт. И чем это я думал, что фотоаппарат не взял? Хоть бы мыльницу какую. Ну, сейчас я выдам. Ёлки-палки. Знать бы раньше, что столько таскать на себе придется.
патроны, еда. Да, весит все это дело дофига. Ну, надо ж было так ладонь рассадить. На завтра наверняка разболится. Нет, без музыки тут грустно. Было так ладонь рассадить. На завтра наверняка разболится. Черт, в голове не укладывается. Ведь никто за пределами зоны толком не знает, что здесь происходит. Заговор какой-то, что ли? Так, музыкальная пауза.
И потянула же меня сюда. А вообще-то тут интересно. Здорово даже. Не так, чтобы прям золотое дно. Ну, так это времени побольше надо. Времени, сноровки опять же. Вот наберусь опыта. Будут и башли, как у людей. Сто пудов. Ну, сейчас я выдам. Опять эта сволочь меня с патронами кинула. Вот гад! Так, музыкальная пауза. Thank you.
Чего погрустнели-то? Тянуло же меня сюда. Вот черт! И чем это я думал, что фотоаппарат не взял? Хоть бы мыльницу какую. Опять эта сволочь меня с патронами кинула. Вот гад! Так, музыкальная пауза.
Сальца бы хорошего сейчас. С черным хлебушком свежим, с чесночком. Ну, сейчас я выдам. Почему тут люди стреляют в людей? Тут и так выжить трудно, а они еще без конца собачатся. Нет, без музыки тут грустно. Thank you.
Нет, без музыки тут грустно. Что-то устал я. Не так много времени прошло, а выложился уже. Как-то все приелось. Чего погрустнели-то? Народ свиреет с дикой скоростью. Нет, встречаются, конечно, и не психи, но как посмотришь на кое-кого, мороз по коже. И почему среди сталкеров совсем нету женщин? Это ж только представить. Амазонки. Нет, без музыки тут грустно.
Итак, музыкальная пауза. Среди сталкеров совсем нету женщин. Это ж только представить. Амазонки. Чего погрустнели-то? Ну, сейчас я выдам. Потянуло же меня сюда. Черт, в голове не укладывается. Ведь никто за пределами зоны толком не знает, что здесь происходит. Заговор какой-то, что ли? Так, музыкальная пауза.
Нет, без музыки тут грустно. Хорошо там, где нас нет. И какого черта меня сюда понесло? Лучше бы дома сидел. Первопроходец. Чего погрустнели-то? Вообще-то тут интересно. Здорово даже. Не так, чтобы прям золотое дно. Ну, так это времени побольше надо. Времени, сноровки опять же. Вот наберусь опыта. Будут и башни, как у людей. Сто пудов. Нет, без музыки тут грустно. Thank you.
Однако тут народ свиреет с дикой скоростью. Нет, встречаются, конечно, и не психи, но как посмотришь на кое-кого, мороз по коже. Чего погрустнели-то? Yeah.